Так, сейчас посмотрим Щелково, станция метро. Что здесь построили? Обалдеть. Торгово-развлекательный центр Щелково. Здесь был раньше автовокзал. Вот это да. Вот такой крупный. Где же вокзал-то? О, поле чудес. Балашиха, Московская область. А вон там он. Дальше. Вдали. Вон где многоэтажка стоит. Там уже Москва. Гальянова район. Эксклюзивное видео. Заходим в подземный переход. Сразу акустика такая сильная. Эхо отдается. Потому что здесь проходит сверху дорога. Но это еще не МКАД. МКАД мы сейчас увидим. МКАД, вот он. Вот этот самый МКАД, который кольцевая дорога автомобильная. В другом видеокамеры напичканы стоят. Справа, слева, везде абсолютно. Вон, видите, справа. Смотрите, вон они прям смотрят, 10 штук, наверное. 5 штук камер. Вот. Ярославское шоссе 7 километров, Дмитровское шоссе 20 километров. Кальянова. Чур показывает направо. Ну, направо там, наверное, развязка бывает. Вот такие ступеньки. Демонстрация моста кольцевой автодороги. Ну и, соответственно, открытый мост. Высота его приблизительно будет, ну, я не знаю, метров, наверное, 10-15. Так сложно сказать. Но мост, он достаточно высокий. Кто-то едет на велосипеде, на стареньком салют, Кама такой. Раньше велик был. Вот. Там поселок, а здесь уже город. Ну и, соответственно, вот он, МКАД. Это такая энергетика очень опасная здесь. Забор буквально разделяет каких-то, да, прям вот рядом вот получается, идешь здесь, вот видите, машина, скорость невероятная. Вот Porsche, Honda, чего только нет, джип, маны так. Вот они, машины. Автомобили разные. Вот все, мост. О, американский трекер. Такие газоны
аккуратно подстрижены. Без пропуска 12 тонн, вход воспрещен. Люди даже в масках катаются на велике. Уже просто привыкли, ездят в маске. Еще один велосипедист. Больше надежд нету. Все ждем этот переход. Какое эхо дает. Сильное. Такой просто звук. Вообще. Кто там сзади идет? О, нет! Что это? Кто-то сзади. Человек, что? Быстрее отсюда надо сматываться. Сюда. Вот так вот. Вот все здесь. Скажу вам очень интересное. Смотрите, нажимаете на кнопку, если хотите пройти вот светофор, нажали вот здесь вот и смотрим на светофор. Сейчас будет зеленый свет, только тогда можно идти. Вот все, 12 секунд, 10. Машины едут, там автобусы, где остановка, непонятно, не там что ли. Тех жителей, которые оказались в незнакомом городе и нет у них телефона, ни мобильного, никакого, можно позвонить с таксофона. Таксофон – отличный выбор для тех, кто приехал в незнакомый город. Замечательный выбор. И Щелковский торгово-развлекательный центр.